На конкурс дети читают стихи. Меня зовут Прокопьева Алевтина. Мне 7 лет. Я живу в Новосибирской области, в городе Искитим. Это стихотворение называется «Память». Его написала моя бабушка Нина Ивановна Лютина, которая посвятила это стихотворение моему прадедушке Ивану Константиновичу Шестернину, который воевал в 42-й сибирской дивизии и был защитником Москвы. Это стихотворение называется «Память». Тревожит память старого солдата, лишает среди ночи его сна, и вспоминает он тот бой, что шел когда-то на перекрестке, где сгоревшая сосна. Был дан приказ любой ценою на день прорыв фашистских танков задержать. Уставшая Москва стояла сзади, и потому нельзя им было отступать. Те страшные часы по сей день снятся, там кровью полета земли любая пять. В начале боя было их 120, а к вечеру осталось только 5. Вот он бежит и падает с друзьями, стреляя из винтовки на ходу. Там друг Сергей остался в стылой яме, окончив жизнь на 19-м году. Тревожит память старого солдата, лишая среди ночи его сна, как будто перед ними виноват он, а не та проклятая война.